Иван Ургант в свойственной ему искрометной манере намекнул поклонникам сериала «Султан моего сердца» на возможное продолжение полюбившейся мелодрамы. Телеведущий в рамках своего шоу «Вечерний Ургант» снял короткий видеоролик, героями которого стали он сам и исполнитель главной роли султана Али Эрсендоу. По сюжету Ургант шокирует Али новостью: теперь Иван будет играть роль учительницы французского. И произойдет это во втором сезоне. Как же так? Опиши, говорит Дуров. А как же наша любовная линия с Анной? Да вы поцеловались за первый сезон всего два раза. Так что отсутствие Анны не проблема, успокаивает его Ургант. Конечно же, подобная зарисовка всего лишь шутка, но в ней есть явный намек: второму сезону «Султана» быть.